принципе, мы даже они не будем. А, хотите выиграть опять, да? Ну, так, да, какие споры он там на втором месте Волнолог, на третьем месте Леди Син, на четвертом Космолог, тут же Львов Прилеп. Четверть пройдена за 32,8 секунды. Бег ведет Волнолог, на втором месте Беспечная, тут же Леди Син, на четвертом месте Смолов, на пятом Львов Прилеп. Бег в борьбе ведут Волнолог и Беспечная. На третьем месте Львов Прилеп. Тут же Смолов, на пятом месте Леди Син. Четверть пройдена за 32,2 секунды. Впереди в борьбе Беспечная и Волнолог. На третьем месте Львов Прилеп, тут же Лис Молок. На пятом месте Гортензия. Димас, где твоя? Последняя? Последняя? Да. Тут же Пластика. Бег в борьбе ведут Волнолог и Беспечная. На третьем месте Львов Прилеп, тут же Лис Молок. Четверть пройдена за 33 секунды. Лидируют в борьбе Волнолог и Беспечная, на третьем месте Любой Прилеп, на четвертом Лисмолог, на пятом месте Гортензия. Бег идет Беспечная, на втором месте Волнолог, на третьем месте Любой Прилеп, на четвертом Лисмолог, на пятом месте Гортензия. Четверть пройдена за 31,9 секунды. Впереди Беспечная, на втором месте Волнолог, на третьем месте Любой Прилеп, на четвертом Гортензия, на пятом Лисмолог. Нормально, бег идет Беспечная, на втором месте Любой Прилеп, на третьем месте вышла Гортензия, на четвертом месте Волнолог, а впереди Беспечная. Нормально. В памяти выдающегося конозаводчика Николая Васильевича Телегина, наездник второй категории Денис Николин на кобыле Беспечная. Беспечная принадлежит Василию Панченко на улице Валерии УО, поворот, субаренде УО, Костромс. Thank you.
победителя награждают генеральный директор ОАО «Росипподромы» Николай Исаков, начальник управления производственной деятельностью ОАО «Росипподромы» Татьяна Моисеева, владелец кабины «Беспечный» Василий Панченко, конозаводчик, президент Ассоциации конников Республики Башкортостан Расим Зарипов. Thank you.